1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации, определяющий порядок выдачи номерных знаков по делам ГИБДД. Теперь автовладелец получает номер с кодом только того региона, где он зарегистрирован. Кроме того, разделено понятие государственный регистрационный номер и государственный регистрационный знак. Все подробности о нововведениях можно узнать в отделе ГИБДД по месту проживания.